Дятел. Всем привет! Сегодня пошли в лес за грибами. Лес, который находится около города. Грибников здесь полно. Сейчас у нас 29 сентября. Последние, так сказать, грибы. И вот вышли, еще пока ничего, конечно, не нашли. Все, что найду, все вам покажу. Думаю, на суп насобираю. В общем, не переключайтесь, смотрите. Думаю, будет интересно. Вот беленький. Нашел маленький. И здесь рядом еще один. И вот здесь еще рядом еще один. Сразу три штуки. Все маленькие. Рядом мухоморы стоят. Все, берем. Вот очередные два гриба. Подберезовики маленькие. Похоже, червивые. Один. Вот второй. А вон, похоже, белый стоял переросший. Уже сгнил. Ладно, ищем дальше. Все, что найдем, покажем. Вот очередные грибы. Лисичка. Вот одна. Вот вторая. Вот еще. И вон она. Где-то еще. Вот здесь вот еще две. Сейчас их будем собирать. Вот после последнего включения нашли несколько лисичек. Показывать их я не стал. И сейчас нашли подосиновик. Ну, такой он уже почти как переросток, но крепкий, поэтому заберем, аккуратненько его вытащим. Оп. Ножка у него твердая, скорее всего, не червивый. О, какой красавец. Берем. Очередной маленький белый. Аккуратно его вытащим.
такой вот красавец. Еще вылазит. Хотя на дворе конец сентября. Ладно, ищем дальше. Вот. Мухомор стоит. И рядом с ним белый. И рядом с этим белым еще один белый. Вон какие-то еще грибы растут. Но это, скорее всего, несъедобные. Такие мы не берем. Ну все. Ищем дальше. Подосиновик. Вон какой, даже ножка покраснела. Красный. А вот и осинка рядом. Ладно, берем. Лисички. Вон какие крупные. Вон он, подосиновик. Смотрите, какой красавец. Дальше тут белый стоит. И еще один подосиновик. Вон какой. Грибники какие-то ходят рядом. Вот еще белый. Но это большой. Его уже брать не будем. Все. Берем. Подосиновик. А рядом два маховика. Беленький. Маленький. Вон какой. Здесь вот еще какой-то гриб. Подберезовик.
Вот в пожарном, противопожарном просеке стоит белый гриб. Берем. Вот очередной подосиновичек в траве здесь стоит. Берем. Вон сколько мухоморов. Их мы брать, конечно, не будем. Полно. Вот, значит, эта полянка мухоморов. Вот здесь вот подосик где-то был. А вот здесь вот беленький стоит. Вот такой вот. Все, ищем дальше. Вот нашел маленький беленький грибочек. И рядом прошел еще шагов 5. Тут еще стоит один вот беленький. И второй. Тоже маленький. Все, берем. Белый. В край дороги растет. Ну вот и закончили мы сбор грибов. Походил я где-то часик, может быть даже полтора. Сейчас грибы отходят уже. Грибников много. Результат немного хуже, чем месяц, скажем, назад. Вот. Все, что удалось набрать. Здесь беленьких, наверное, десяток. И подосиков десяток. Также лисички, крючки. Ну и все. На суп здесь, я думаю, хватит сполна. Погулял часик, пособирал грибы. Результат неплохой. Вот еще, кстати, один беленький. Только сейчас прям его заметил. Аккуратно его вытащим, чтобы грибницу не навредить. Вон какой. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня на канале уже много грибных интересных видео. Думаю, вам понравится. И каждый сезон буду снимать грибные видео по сбору грибов. Белых, подосиновых, остальных. И выкладывать на канал. Так что подписывайтесь на канал в YouTube и ставьте лайки. А я буду для вас снимать грибные видео. Улетел.
Ну все, жду вас на своем канале. Всем удачи, пока.